Здравствуйте все, снова я в эфире. И короткое видео по стружке, на которой мы все так долго, вернее по зазорам, которые обусловлены все-таки стружкой. Да? Но это на это не обращайте внимания, это я так вот просто под рукой было. Карта не новая, это из старых карт. Вот. Гильза новая. Так что ход у меня здесь сейчас приличный будет. Так. В общем, геморройно немножко, но я так уже просто решил еще и на практике показать. Так-то оно нормально фиксирует, да, деталь. То есть проблем нет. Но я думаю, что где-то на... Ну, я повторюсь, мне всегда хватает силы рук. Сейчас вопрос именно в стружке. Итак, смотрим, насколько можно близко. Вот. А, еще не то отверстие взял. Сейчас где-то на четвертом ему уже будет очень тяжело. Итак, смотрим, четвертое отверстие. Все забито стружкой. На самом деле это уже клин. Вот. Просто если еще на большей скорости это сделать и погружать до конца, если здесь нет зазора. А вот клин уже есть. Все. Еще раз показываю окно. Это что касаемо медиума. Как вы видите, налипание на сверло. Вот с деревом нечто похожее происходит. Если вы с массивом будете работать, и зазора не будет, вилла. Третье, четвертое отверстие, все, приехали. Это пятерочка у нас сейчас. Ну, это я как бы не к тому сейчас. Это не Александру и не Андрею, там, допустим. Это, видите, как оно? Я до сих пор не почистил его. Вот, нормально. Это просто я говорю о том, что совершенно разные материалы, совершенно другой эффект. Тот, кто работает с медиумом, он подтвердит. Вот. Ну, в общем, такое вот у нас. Это что касаемо стружки. Ну, давайте. Не то, что я там притворяюсь. Все, все, вот это уже, то есть это клин. Раз, два, все, на втором клин. Это уже клин. Я к чему веду? С массивом происходит примерно то же. Не так быстро. Медиум больше всего дает проблем при сверлении. Хоть в торец, хоть в плоскости. Вот. Естественно, ДСП, вы скажете, а у меня вот основной материал ДСП. А давайте будем делать, допустим, как сказать, под каждый материал свою гильзу. Но не будет таких возможностей у нас делать под каждый материал свою гильзу. Еще пока нет таких денег у производителя, чтобы выпускать такую номенклатуру. Но тут заодно просто пятнашку хочу вам показать. Хотя медиум и здесь дает проблему. Но этот самый ламинат фрезерует чудесно. Вот она у нас работает руки. Сейчас не керню ничего, просто покажу, как это выглядит.
Могу несколько, но лучше на ламинате. Смотрим, насколько легко это все входит в материал. Я считаю, что фреза исключительная. Я попросил Минск протестировать и в порядке тестов от 15 до 35. 15, 20, 25, 26, 30 и 35. Вот такие вот именно. Я считаю, что это очень хорошая фреза. Итак. Чистота. Давайте быстренько будем делать. Возьмем 5 отверстий. Сделаем. Фреза не уходит. То есть вам никакие станки, ничего вам не нужно. Ну, чувство нужно, это да. Смотрим на насколько чисто. Причем вы же понимаете, я это все делаю на скорости. То есть вхождение в материал идеальное. Причем я хочу сказать, что эти фрезы специально для промышленного использования. Это не фреза, которую вы можете купить в магазине. Я сегодня был в магазине Festool. Там тоже есть, оказывается, твердосплавный, вот такой, какой я 35 пользуюсь. Я заказал себе, и я протестирую. Вот эта фреза будет стоить вам $22, на 15 от Festool стоит 47 евро. Я думаю, что качество сверления не будет лучше. Вот в чем дело. Хотя это как бы марка, да? Это не Festool, но, как вы видите, качество говорит само за себя. Ни единого скола, ни на одном из отверстий. Вот такие у нас эксперименты.